Привет, моделистской братве. Красавец стоит на тестовом стенде. Сейчас мы будем читать декодер. Видите планшет? Он просто отображает состояние экрана командной станции ECOS. Если вы хотите контролировать, вам нужно компьютер Windows, ну типа планшета. Microsoft хороший. Отстегивается клавиатура, и вы ходите вокруг макета. С него можно контролировать. Так, сейчас нажимаю кнопку Go. И запастись нужно временем, терпением, потому что это MFX. Потом делать будем сравнение с Railcom Plus, с ESU декодерами и с даже зимовскими. Начинаем. Go. Появляется иконка MFX. Наверху рядом с зеленой, чуть-чуть правее, M4. Вообще-то MFX. Но они пишут MFX, для ESU это M4. Бывает до минуты, полторы, просто время тянется очень долго. С первого раза, когда я прочитал, я уже, конечно, это сделал, иконка не появилась, иконка локомотива на командной станции. Я ее нашел в базе данных командной станции. Точно такой же, да, по цвету. Машек я не видел других в другой расцветке, но этот есть. И поставил ее. Сделал такой edit. Когда я удалил локомотив и прочитал еще раз, то есть я сейчас читаю третий раз, то иконка осталась. Не знаю, что сейчас будет. Посмотрим. И первый раз читалось очень долго все. Сейчас, мне кажется, побыстрее. Либо это просто был такой эффект ожидания, что время просто растягивается. Ну что, минута где-то, да? Немножко, может быть, больше. Так, М4. Все нормально. И потом появится еще внизу, видите, такой гаечный ключ с левой стороны. Появится иконка типа M, видите, написано M. Вот, и M4 OK. Тогда после этого вы нажимаете вот это вот OK здесь. Оп, я нажал стоп случайно, ничего страшного. Опять Go. И вот после этого нажатия все вернулось. 20, ну 22, насколько я понимаю, как свет они это считают, это всегда вопрос. Но вроде все иконки на месте, потому что есть сейчас, я буду показывать вам дисплей, а что я делаю функцию, и видите, появляется второй регистр, то есть до 21 здесь написано. Ну хорошо, то есть свет у них как функция 0. Ну что, свет горит. Круто. Так, направление движения. Круто. Так, теперь я пытаюсь найти освещение кабины. Что вот эта кнопка есть. Видите, есть. И машинного отделения. Вот так. Да. Иконки все хорошо распознаются. Смотрите на дисплей и работу этого освещения. Ну что, запустим? Крутейшая модель. Да, кстати, выскочили из пазиков вот эти пластмасски, боковины. Уже все я восстановил. Звук, ребята, просто чумовой. Я не слишком газанул. Thank you.
Немножко звук другой, чем у Zima. Ну, наверное, тоже зависит от модификации. Теперь я слышу, ну вы, наверное, тоже слышите уже звук колес. Ну что, в отрыв. Смотрите, какая механика. Он просто стоит на полных оборотах. На полной скорости имеется в виду. Я не слышал звука тормозов, может и нету. Но это мартиновское, так сказать, производство файла. Вырубаю. Вырубается долго. Ну, чем-то он, конечно, отличается от зимовского файла. Я не могу сейчас определить, что мне больше нравится, но просто звук очень сочный. Очень круто. И механика, конечно. Я не думаю, что рок будет болтаться, но здесь просто он немножко тяжелее все-таки. Ну что, пишите, пожалуйста, свои комментарии, что вы думаете об этом локомотиве. Окей, USA.